О достижениях и перспективах Комсомольского района говорили на рабочей встрече. Глава республики отметил, что у муниципалитета неплохой потенциал, но есть и нерешенные проблемы. В прошлом году в муниципалитете значительно снизились темпы строительства жилья. От намеченного плана отстали почти в два раза. Глава администрации района Алексей Самаркин винит во всем подрядчиков, сорвавших сроки строительства двух многоквартирных домов. В эксплуатацию их обещают ввести этой весной. В районе расписана и инвестиционная программа. До конца этого года здесь планируют реализовать 10 новых проектов. В основном, конечно, это в области сельского хозяйства и переработки. Мы в прошлом году 11 еще не завершенные, они были на разной стадии завершения, там от 30 до 90%. В прошлом году создали 35 рабочих мест, план в текущем году еще 22. Понимаем, что это мало, но прорывные проекты у нас, это получается строительство жилищно-промышленной фермы с ХПК «Рассвет» на 400 голов.